Накануне Рождества добрый дядя в красном возвращается в кинотеатры с новым помощником Фредом. Я где вообще? В семейной версии Дэдпула. Пропущенный через призму детской невинности. Я давно не ребенок. А ты у нас настоящий мастер по части детской невинности. Ты мне нужен так же, как я тебе. Ты мне не нужен. Вообще. Нет, нужен, чтобы развязать. Когда закончим. Привет! Спасибо вам за вверх. Простите? Ты к ней не привязывайся. Жил-был Дэдпул. Я больше люблю Марвел. Мы и есть Марвел. Да, конечно, но только под эгидой Фокса. Это если бы Битлов продюсировали Никлбэк. Тоже музыка, но хреновая. В детстве ты был приятнее. В кино с 3 января.